Уважаемые члены комиссии, уважаемые студенты, заседание Государственной экзаменационной комиссии проходит с применением дистанционных образовательных технологий. Такого в Нижнетагильском технологическом институте еще не было. Выпускники защищают дипломы дистанционно. Первопроходцами стали экономисты. Для дистанционной защиты нужна, во-первых, наличие у студента определенной технической базы, то есть это наличие или микрофона, там, камеры, веб-камеры или ноутбук, там, да, вот, и, естественно, определенный скоростной интернет, чего у двоих студентов не оказалось, вот им пришлось из Кушвы приехать сюда, они будут в отдельной аудитории отсюда с нами общаться, то есть дистанция социальная будет соблюдена. В этом году вуз заканчивает 8 студентов направления экономика. Все выпускные квалификационные работы практически отражают текущую ситуацию в экономическом секторе. Если говорить про моих конкретно дипломников, то они рассматривали управление финансово-хозяйственной деятельностью для предприятий разного уровня нашего города. Начиная от градообразующих, например, такие как НТМК, да, Высокогорский горно-обогатительный комбинат, и заканчивая какими-то мелкими предприятиями, рассматривают, какова финансово-хозяйственная деятельность, близко, не близко предприятие к состоянию банкротства, и, соответственно, чего надо сделать, чтобы предприятие, да, вот в состояние банкротства не вошло, и если, например, близко, то какие меры предпринять, чтобы отдалить, да, вот это вот антикризисное управление относительно данного предприятия. Экономисты Тагильского политеха получают широкий спектр знаний по профилю, изучают экономику предприятий и налоги, бизнес-планирование и банковское дело, государственные и муниципальные финансы и инвестирование. Выпускная квалификационная работа – итог всех лет обучения. Впечатления очень позитивные на самом деле. Ребята большие молодцы. В этих условиях удаленной защиты мы понимаем, какой все испытывают стресс. Все с волнением справились. Очень хорошие подробные доклады. Интересные методики ребята использовали. В целом защита очень понравилась. Студенты признаются, онлайн-защита мало чем отличается от традиционной. Домикация волнения есть всегда. Страшный пандемий был дома, и в этом плане было редко, что мы стояли перед огромной новой боли. У нас есть на дело куча людей, если ты переживаешь, что например, как я просто не показываю, что делаю, и все. Ну, вот, и что как бы твои переживания ошибка не видно. Вот. На самом деле ты и коленочки приступите, лучше, потому что если... Первый блин череды дистанционных защит оказался не комом, а выпускники получили хорошие и отличные оценки за дипломные работы.